Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас я выпущу вам свой прямой эфир, последний из Инстаграм. Есть там такая информация, которая, я думаю, вам будет полезна. Просто маленькое вступление. Видео будет, как естественно, в вертикальной съемке. И, посмотрите. Может быть, вам это нужно будет пригодиться. Экономия еще не помешала, тем более в наше время сейчас. Приятного просмотра. Проверяем, смотрим. Через VPN провожу прямой эфир. Кто видит, кто нет. Потом посмотрите. Значит, цель моего прямого эфира. Рассказать о том, что... И дать вам возможность. Сейчас в нелегкое такое время мы живем, да? Все подорожало, девчат. Поэтому есть возможность так экономить. На любимых продуктах, на тех же косметических, на духах, на средствах для уборки дома, на БАДах полезных, на декоративной косметике можно экономить. И эта компания Essence, она не ушла с российского рынка, а осталась и, мало того, оставила прежние цены. Поэтому я осталась в этой компании. Я думала, сейчас поднимет, как и все, да. Вот я ездила же, смотрела цены на духи. До этого смотрели там в Золотом Яблоке, эти Ревош, у меня вот такие глаза вообще лезли. Она мне говорит, продавщица, просто так, да, так, между прочим, 30 миллилитров Tom Ford Lost Cherry 19 тысяч, если будете по приложению, это будет скидка вам, а так, значит, еще дороже, да? А 50 миллилитров 30 тысяч с копейками, а у нас в 10 раз дешевле Tom Ford Cherry, которым я пользуюсь, да? Просто сейчас у меня на работе, а я здесь дома, из дома провожу прямой эфир, в 10 раз дешевле 300. Но если это вы будете покупать как покупатель, ссылки, все я сторис только сейчас сняла. Смотрите мои сторис со звуком. А если вы в компании зарегистрируетесь, зарегистрироваться это ни к чему абсолютно не обязывает. То есть, поясняю сейчас, абсолютно ни к чему не обязывает. Вы будете покупать до 40% скидки. Допустим, вот на духи классик, которые флайеры сейчас, вот первые 4 флайера духи классика в сторис у меня, они по 1750. Вы будете покупать по 1400, и еще при этом на каждый продукт начисляется кэшбэк. И когда... по истечении месяца у вас получается продуктов там на определенную какую-то сумму, кэшбэк после 10 числа нового месяца вам начисляется, и вы можете использовать в покупке новых продуктов, которые, я говорю, это декоративная косметика, вот я вот купила, да, это праймер, мне очень нравится, тональная основа, вот в эту я влюбилась, second skin, да, а вот эти вот яйца, это просто шедевр, это не сравнить с фикс-прайсом яйца, бьюти-блендер, будете смеяться, здесь у меня вот полная, какой чемоданчик мой, у меня здесь губные помады, блески, корректоры, туши. Вот две мои любимые губные помады в номере 02 и 03 показываю я вам, да, на губах. Это просто шедевр сейчас, что 02, да. Давайте с вами. Ничего не знаю, что у меня контуры пока есть свои. И я контур у них для губ еще не покупала. Но пройдя Золотой Яблок, я посмотрела на цены, какие там. Самый был дешевый сегмент. А стоили 250, сейчас 550. Угу. Смотрите, когда ровно ложится. Ровно и плотно. Сейчас у меня неудачное освещение выбрано, как всегда. Знаете, так. Хоп, магнитик. Так, и тушь. Тушь я хочу еще заказать себе с пластиковой кисточкой. Она у них вот такая вот для ресниц. Ресницы-то я уже отрастила же себе. После химиотерапии они у меня прям хорошо выросли. Смотрите. Смотрите, как она красит. А так она 1350. Вы покупаете там за 800 с чем-то. Я вот уже ей 2 месяца пользуюсь. А она у меня не заканчивается. Понимаете? Не заканчивается. Это я окрашиваюсь. Просто вам демонстрирую. Не макияж. Жалко, конечно, что в Инстаграм
Мы с вами любители, любители были у меня распаковки смотреть, да? Вот это все. Ну, через VPN, может, можно будет проводить. Макияжа я проводила так за рюмочкой чая, да, собираясь на работу. Ну ничего, туши очень хорошие. Просто так ассортимент губ, блески для губ тоже. Я в восторге. Понравились мне корректоры. Вот у меня два корректора. Не корректор, а консилеры, да? Высветлять. А тени мне понравились. Вот эти вот для Smokey Eyes. Это серая дымка и норка. У меня они вообще тоже не шикарно так тушуются. Все. Смотрите. Я обожаю. Так что я рассказывала вам в начале возможности. Сейчас нужно экономить, девчат. Экономить на всем. Вот. Ну, у нас освещение такое, что плохо видно. Просто так пальцем даже растушевочку показать. Вот видите, как тушуются. И посмотрите. Спасибо, спасибо за сердечки. Спасибо, спасибо. Спасибо. И если вы хотите зарегистрироваться в компании «Экономить», ссылки все в сторис прикрепила. А вот губная помада, которая стойкая. То я прямо на лето, вообще будет шикарная, смотрите. Я еще сделаю милирование, пойду. К носу поднесла. Ой, пахнет, хоть ешь вообще. Йогуртом каким-то. В составе нет парабенов. Косметика безопасная, духи безопасные, нету фталатов, духи 20% эссенции, аромамасел, они очень стойкие, их, знаете, же попадают, только смывать, я уже неоднократно об этом говорила вам, да, убираю, такая счастливая, как обычно девочки, а у меня вончик есть. А у меня вон что есть, да? Дыхи мне, правда, все на работе. То есть я прихожу на работу и их наношу на себя. Так, эти молекулы у меня заканчиваются. Эксцентрик нужно купить. Это номерные духи. Их нужно... Флайеры тоже я скинула все. Они в ленте есть. И в сторис сейчас скинула флайеры. Известные бренды, они все под номерами. У нас номерные духи, напоминаю, компания Essence. И в Европе люди уже давно перешли на номерные духи, потому что качество выше. Хочу сказать, что качество выше. Выше стойкость, выше. Так что информацию вам дала. Кто будет смотреть прямой эфир, большое спасибо вам за лайк, если поставите лайк этому видео. Не знаю, что нас ждет завтра утром, нас, россиян, да? Но прямой эфир я провожу сейчас, используя VPN. У меня так не заходит уже. Почему-то у меня тормозит. Может, мне что-то с интернетом, конечно. Так что так, девчонки, мальчишки, найдете меня в Telegram, Яндекс.Дзен. Все ссылки опять я сегодня в сторис прикрепила. Смотрите мои сторис со звуком. И ВКонтакте. ВКонтакте, кстати, можем прямые эфиры проводить. Будем проводить. Здравствуйте. Вы знаете, а у меня не получилось. У меня ничего не получилось. Я уже через Яндекс проходила, да? Ничего мне не получилось. Ничего мне не прислали вот по вашей ссылке. И Инстаграм я жду до сих пор. А в свою вот эту вот... Ну, что я скачала, все жду до сих пор, ничего нет, на почту не приходит. Я потом-то до меня дошло, наверное, надо было бы это сделать с компьютера. А я сделала с этого... С телефона. Поэтому... Почему-то я не вижу, что у меня человек в эфире, может, у меня и не идет нифига. Напишите, мне идет, мне, ну, вот помахали мне, я вижу. А вообще эфир-то идет или не идет? Что-то не вижу я ничего. Лобачева, как вас зовут? Я вот не знаю, так неудобно обращаться по фамилии.
Вы бы какой-нибудь такой прямой эфир провели бы людям, ну, показали, как все правильно сделать. Вот что вы с Яндекс предлагали там в сторис, я вас смотрела. У меня ничего не получилось. То есть я в Телеграм, вот у меня ВКонтакте, а теперь в Яндекс.Дзене, но Ютуб пока не отключили, но это, мне кажется, дело времени. Угу. Ну ладно, буду, наверное, заканчивать. Такое ощущение, как... Я почему-то не вижу, сколько у меня людей в чате вообще в прямом эфире. Все, пока-пока. Я в начале эфира рассказала о возможности экономить. Сейчас время такое пришло. Нам нужно экономить на всем. Но не хочется отказываться, да, от хорошего. Поэтому я такого, по такой возможности в начале эфира вам рассказала. Пока-пока.